Привет, друзья, с вами Алексей Полянский и компьютерный курс «Школа успеха». В сегодняшнем занятии речь пойдет о том, как прикреплять файлы, которые находятся у нас на диске, к письмо. Для этого нам необходимо написать письмо, выбрать получателя, написать тему сообщения, в котором будет указано так, и написать о том, что мы прикрепляем файлы. Выбираем с диска. И вот у нас две папки. Фото весна прикрепить. И фото зима прикрепить. То есть мы прикрепили два файла, которые у нас находятся на Яндекс.Диске. Нажимаем «Отправить». Смотрим «Отправленные». Вот, пожалуйста. Можем их скачать и посмотреть, как они будут выглядеть. То есть, по сути, эти те же самые ссылки, что мы делали в предыдущем уроке, только вариантом номер два. С вами был Алексей Полянский, Школа успеха. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Всего доброго, до свидания.